В 2014 году был принят ряд нормативно-правовых актов, в соответствии с которым водители мопеды обязаны иметь водительское удостоверение при управлении транспортным средством. Также установлена административная ответственность за управление мопедом без водительского удостоверения. Штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Долгое время от водителей Серовского городского округа поступали вопросы, где я могу обучиться, как я могу обучиться, что автошколы не готовят по направлению обучения управления транспортным средством мопедами. Сегодня, 4 июня 2015 года, впервые выпускается группа водителей, подготовленных по категории М. Следует отметить и разъяснить населению города следующие моменты, что наличие любой категории водительского удостоверения предоставляет в соответствии с законодательством право управлять мопедом. Однако лицам, имеющим удостоверение механизатора, любой из категорий тракторов, самоходных машин и так далее, соответствующее право не предоставляется. И их действия при управлении мопедом квалифицируются как управление без права на управление. Если не так давно нарушение правил движения водителя мопеда квалифицировались, влекли за собой штраф в размере 800 рублей, то на сегодняшний момент водитель, управляющий транспортным средством, не имея права на управление в состоянии опьянения, может быть подвергнут административному аресту на срок до 15 суток. Водитель, имеющий право на управление других категорий и употребивший алкогольные напитки при управлении мопедом, также лишается права на управление всех абсолютно категорий на срок от 1,5 до 2 лет и подвергается штрафу в размере 30 тысяч рублей. Любые нарушения водителя мопеда квалифицируются так же, как нарушения водителям иного транспортного средства.